let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть State of Decay. Мы находимся в новом городе. Ну, уже продолжительное время, где-то серии 3, наверное. Обживаемся здесь потихоньку. Здесь у нас новый закон. Так, у нас построили зону сна. Теперь народ сможет маленько поспать. Это хорошо. Мы помаленьку обустраиваемся на этом месте. Повторюсь, здесь есть какие-то судья, полицейские, которые якобы поддерживают закон. Но при этом, если человек пытается спасти свою семью, там, помочь ей выжить, доставая боеприпасы, они их арестовывают, что на данный момент не очень хорошо, на мой взгляд. Поэтому я отказался с ними сотрудничать, честно говоря. Так, это скавенджер бежит, который добыл немножко еды. Так, а что же нужно нам? У нас здесь поблизости Infestation. И нам предлагают с ним разобраться. Я думаю, это неплохой шанс почистить маленькую территорию. И кроме того, заработать уважение окружающих. Поэтому сейчас мы наберем оружие посерьезнее, потому что Глок с глушителем — это не очень крутая пушка. Ну, она хорошая для одиночных каверт миссий. Но в остальном, в принципе, не так, чтобы очень. Вот это мы уберем. Пока бегаем с мечом. Да, это звучит странно, но тем не менее это так. Хорошо, что бы нам с собой взять? Фраг-гренейд. Вполне себе неплохо. Два молотова и пистолет. Ну, пистолет, да, почему бы и нет. Хорошо, давайте выдвигаться. Играем мы по-прежнему за Израиль, несмотря на то, что он довольно сильно устал. Я думаю, на еще одно дело он вполне себе сгодится. Так, хорошо, это кто-то у нас на заправке, что ли, сидит, нас ждет. Что? Блин, кого там жрут? Спокойно. Фу, так, хорошо. Погнали. Блин, неохота привлекать внимание особо. Куда ты? NPC, what are you doing? Зачем ты это делаешь? Мы с тобой хотели заняться Infestation. Управление. There you are. Вот ты, говорит, где? Ой, у меня сквозняк такой. Давай, да, займемся Infestation. Lead the way. Watch my back. Хорошо, я думаю, в данном случае нам пригодится машина, чтобы давить этих гадов. И возьмем этот седанчик, такой похожий на Volkswagen Polo или Jetta, или что там сейчас в тренде. Здрасте, до свидания. На электростанции сидят. Ух, Япона, мать, кто там находится? Zed's up ahead. Так, хорошо. Таки, ну нет. Спокойно. Интересно, я смогу его сжечь с одного? Докину ли я вообще? Вошло. Хорошо. Не особо удачно, но тем не менее. Ох, твою мать. Сглазил. Так, и что же мне с тобой делать-то, по сути? Оп! Нравится? Ему не очень хорошо. Так, бежим! Я думаю, нужно его выманить. Спокойно, психопат. Голову, голову. Так, минус. А этих мы поломаем. Хорошо, разобрались. Ладно, нормально. Крикунов не вижу. Стрелять научился маленько.
Давай. Да как так? Какого черта? Баллистика в этой игре все-таки упорота. Я им стрелял в голову. Вот смотрите, ну это нормально, нет? Хорошо. Так, патронов не так много. Давай, хватай его. Да схватил еще. О-хо-хо. Так, девчонка, я знаю, что тебе плохо, но для меня это совершенно не важно, честно говоря. Давай. Сейчас мы поступим с ними старым проверенным методом. Там, слышу, на базе кто-то отстреливается. Ну, чё стоим? Офигеть, он стоит, да? Эй, блин. Анимация, что ты делаешь, прекрати. Ты посмотри на них. State of Decay. Ахаха, что ты делаешь? Прекрати. Ну отлично вообще. Где Крикун? Он. Негры ночью копали уголь. Где ты, сволочь? Слышу. Вот и ты пришел, да? Ломай его, ломай! Все, разобрались с этим товарищем. И, как видите, народ нас стал больше любить. Но раз мы здесь, то помогла бы мне маленько прибраться, елки-палки. Так, я надеюсь здесь найти стройматериалы. Это бы мне очень помогло. Nuts and bolts. Окей. Так, хорошо, один я возьму сам. Возьмем вот эту вот. Сюда возьмем скевенджеров. Это возьмем сами. Поищем дальше. Я думаю, сейчас нам еще одну ходку сюда придется сделать. В принципе, я не против. Душные парняги, да, и вот эти вот. Как ничего не нашли. Но нашим легче. Здоровый, блин. Машину, когда их машины долбишь, им вообще пофигу. То есть ничего не происходит. Насчет еды что-то волнуется. Блин, я же только что еду в предыдущей серии нашел. О, тут еще что-то есть. Круто. Это надо будет сейчас еще одну ходку делать. Ну все обыскали. Да, все обыскали. Здесь у нас есть еще ресурсы. В принципе, недалеко. Так, скевенджер бежит от Эдди. Здорово. До свидания. How's it going? I'm almost there. I'm here. Ничего, что они внутри базы. Так, хорошо. Сейчас все это разгрузим и пойдем дальше по городу, поищем маленькое. Вон жертвы сколько. Почему люди недовольны? Да отойди ты, Карен, Япона, мать. Игра, ты такая кривая, это пипец просто. Я не знаю, ну... Особенно это заметно... После какого-нибудь Last of Us. Да, не жалуюсь, потому что игра мне сегодня очень нравится. Так, это у нас 9 миллиметров. 9 миллиметров у нас, ну, хватает, в принципе. Окей. Что там кто хочет? А, сюда мы не можем что-то построить. Так, нас пригласили на встречу.
У народа падает настроение, потому что мы окружены инфестейшенами. Особенно это офигенно воспринимать после того, как ты понимаешь, что инфестейшн, который был около твоего дома, ты только что почистил. А настроение все равно падает у людей. Ладно, хорошо. Так, идем, берем еще один. Скеймджер, я думаю, не успеет вернуться, или он вообще раз в 10 минут может выходить. You remember that corruption scandal a few years back? I remember that the charges were dismissed. Nobody could prove anything. All I know is when my dad's insurance wouldn't cover my treatment, Ray shows up at our place one night with an envelope full of cash. Так, Эдди добрался. Tells my dad not to worry so much. Just remember me in November. It was $10,000. That's a lot of money for a county commissioner. Yeah, well... То есть я так понял, что он ничего не взял? Ray's a good guy in my book. Да, все лежит на месте. Хотя вроде мне написали, что взял. Не знаю, вот. Ну, какого черта вообще? Ладно, пока занимаемся этим, хуже нам точно от этого не будет. Вообще пешком можно бегать, только уже зомби набежало. Бегать, по сути, недалеко. Так, снайперабли. Зомби в периметре. Вот, молодцы. Хоть снайперку ему дал. Так, хорошо, с этим разберемся. И после этого Израиль пусть маленько отдохнет. Маркуса у нас вообще там серьезно погнули. Со здоровьем у него большие нелады, поэтому пусть отдыхает. Так что за эти будем играть, что ли? А, вот он взял. Ну, молодцы. Выбрался, типа. Типа выбрался. Конечно. Цирки клоуны. Цирки клоуны. Все, все забрали отсюда. How's it going? I'm almost there. We'll crack open a cold one for you. Вот, полетели мозги. Молодца. Мозги по заголовочкам. То есть, по сути, они сделали концепцию GTA в мире по зомби, да? Это вполне себе так. Пока. Что-то я завис там. Хорошо, ну что, Израиль? Доволен жизнью? Эдди тоже добрался. Так, у нас строительных материалов аж 64 штуки. Это мы очень даже неплохо сходили. Маркус, кстати, пришел в себя. И это, по-моему, круто. Поэтому, значит, мы пойдем за него. СКС выруливает, педалит и рвет. Нет, он вышел на задание. К сожалению. Джейкоб Риттер. Господи, ну и морды. Давайте за Джейкоба поиграем. Зря мы спасали, что ли. Так, у тебя нет пушки. Пушку тебе придется найти где-то здесь. В доме ближайшем, может, я не знаю. Где здесь пушки-то бывают? В оружейном, по большей части, патроны. А, ну у него глок. Что я? У него рюкзачок маленький. Вот это плохо. В принципе, ладно, пойдет. Найдем ему рюкзачок. Потому что Маркус пока отдыхает. Так, что я хотел? Склад. Апгрейд. Это нельзя проапгрейдить. Получаешь то, что получаешь. Типа встроенные. Хорошо, нам нужна кухня, я думаю. Или тренировочный может поставить. Нет кухни, потому что народ там что-то прям ругается. И сюда. Так, можно выращивать еду самому. Прикольно. Пусть делают. Полчаса это займет. Так, ну и сюда.
Давайте уж. Подожди, у нас гараж есть? Гараж у нас есть. О, блин, напугал, прошел так передо мной. Зачем ты это делаешь? Прокачивать мы этот гараж не можем, да? Может, он уже прокачанный? Может быть, все эти апгрейды, которые мы делали, они уже перенеслись и на этот? Потому что, как я вижу, я многие места тут прокачивать, по сути, не могу. Так, одно это патроны. Патроны пригодятся, я думаю. Пускай ищет. Здесь все строят. Здесь можно прокачать, чтобы больше народу, но у меня не хватает кирпичей. Надо срочно какой-нибудь хоррор поиграть. Так, ну и ладно. Нам нужны кирпичи. В принципе, пока что у нас тут все очень даже круто. Хорошо. И мы сейчас поедем. Кто нас там вызывает на встречу? Рей Сантос. Окей, подожди. Здесь у нас друг в проблемах. Давайте сюда сгоняем. Потому что... Может, там пушку найдем, я не знаю. Так, блин, я машину там оставил, да? Хотя нет, тут тоже есть. Такая вот развалюшечка. Мужчина! Посадили пешехода. Хорошо. Намотали. Шумная она, пипец просто. Ой-ой-ой. Они там жрут кого-то, что ли? Хана машине. Так, ладно, смотрим. Блин, там еще одна орда. Погнали сюда. В этом районе вообще еще ни разу не был. Что я задел? Не знаю. Так, быстро в дом, потому что они сейчас набегут на звук машины. Нам, кстати, не в этот дом. Ну ладно, давайте обыщем. Твою мать. Закрой. Кто-то пришел. Или он внутри? Так, тихо. Не, кто-то ходит тут. О, Xbox уронили. Первый раз такое вижу. Так, это комната какого-то пацана, системника стоит. Блин, он прям тут ходит. Давайте потихоньку, вообще шума не издавая. This is good, right? I mean, it doesn't suck. Бита для крикета. Голос у этого персонажа, конечно. Петуха дал. Так, ну дайте мне какую-нибудь пушку уже. Будильник. Очень круто. Я даже брать не буду. О, рюкзак может быть. Хоть средний, я не знаю. Ну... Окей. Тоже неплохо. Что? Хорошо. Так, гостиная. Гостиной. Okay, we're here. I'm gonna take a quick look around. Гостиная у нас. Что-то как-то тут бардачно все. Блин, да что за... Я не знаю. Печально это все. Ну, здесь мы можем найти жратву, кстати говоря. Она просто нас никуда не полезет. Мы можем на спину себя повесить. Если только так. Не полезет. Так, это мы
Выкинем. Это мы наденем. Where the hell am I gonna carry this? Отлично. Хоть что-то. Так, ну, братишка, есть покушать. Looks like the moment's passed. Кто-то не дождался помощи. Всех все равно не спасешь. Слишком много народа просит об этом. Так, попить не могу. Оставлять. Придется оставлять. Большой такой дом, да? У него там истерика какая-то. Последние, говорит, патроны. Последняя обойма. Не, этот персонаж мне вообще не нравится. Но я думаю, когда мы его прокачаем, он будет получше себя вести. Так, медицина. Ну, окей. Okay, I'll run this home. Roger that. We'll be waiting. Здесь кого-то съели. All quiet here. Прямо на кровати, пипец. Ох, какая пакость. I'm picking something up. Give me a second to get it tuned in. Опять что-то нашла. Сколько вам уже говорить? Нам нужно смотреть, чтобы наши дозорные просматривали все входы. Мы пытаемся, но места для просмотра здесь хорошего нет. Надо будет это исправить. Блин, в этом доме что-то мы как-то особо ничего не нашли. Кроме медикаментов. Ой-ой-ой. Нашумел. Ибупрофен. Окей. Так, они услышали. Круто. Валим. Ох, хреновый зомби. Так, хорошо. Что у нас там с дозорами вообще? Почему все так плохо? Ты тут? Блин, в одном из этих мест. А я сейчас с этим рюкзаком должен искать. Да блин, зомби тут, я не могу шуметь сейчас. Хотя уже могу, уже без разницы. Да дохни ты, вот башка крепкая. Так, давайте мы сначала проверим, что у нас вот тут вот есть. Потому что лучше такие маленькие домишки сначала проверить, а потом уже разбираться с большим. Ну. Ух, там внутри кто-то есть. Ты посмотри. Так, короче. Так, куда ты пошел? Вот я временами не понимаю логику этих зомби. Они, конечно, зомби, но... они же... Не поняли. Ты вышел из окна, зашел обратно и побежал через дверь. Дай меня убивать. Вейпоинты, где вы вообще? Да приляг ты, ну. Стоило того, нет? Ты там один такой? Или двое? Hello? Твою мать. All quiet here. Здесь все тихо. Хорошо, ищем пока. По-моему, они подходят сюда. Ничего. Здесь можно найти оружие. Давай, братюня, пока они еще далеко. Там, судя по звукам, их целая толпа. О, неплохо. Монаг.
Score one for us, huh? Так, окей. Уже не зря сходили. Сейчас зайдет. Еще? Что здесь? Уже не зря сходили. Получили неплохой инвентарь. И вот эту штуку мы попросим кого-нибудь отвезти. Здесь сейчас что-нибудь еще круче найдется. Ну, медицина — это, по сути, уже хорошо. Граната. Термитная. Блин, вот эту хрень я выкинул, у меня хватает, в принципе, оружия холодного боя. Но при этом я сейчас буду под очень большой угрозой. Потому что я тут кулаками смогу. А граната нам всегда пригодится. Так, хорошо, по-тихому, по-быстрому, не задерживаемся. Блин, не знаю. Hello? Есть кто? Я даже обыскивать не буду. Что-то есть ощущение, что здесь никого нет. Thanks. Ой, вот это. Time to go home. I'm done here. Так, ладно, погнали. Неплохо сходили. Паренек наш, несмотря на свою новичковость, вполне неплохо справился. Орда подходит. Давай быстрее. Тихо. Погнали. Я туда приехал. Спокойно. Смотри, какая ляля. Круто. Это что? А, понятно. Мне показалось, что это выживший бегает. Я аж удивился. Блин, крутая игра. Багованная, пипец, но очень крутая. И вот эта вот графика мне совершенно не нравится. Ну, совсем приходится мириться. Ради такого интересного геймплея. Это сэндбокс, и по сути здесь большую часть времени занимаешься тем, что развлекаешь себя сам. Да, не за что. Hey, Lily, just wanted an update on stuff at home. Looks like we have an issue. Anything at home I should be worried about? Something cropped up with the garden. Ugh, no pun intended. We're trying to get it set up, but we don't have everything we need. We can track it down or find another way. But it'd be faster if you did a little scavenger hunt. Нужны гвозди. Found this while I was out. Где же их найдешь-то, больно? Oh, you know, some stuff. Подожди, нет, это мы уберем. Это мы уберем, а это оставим тебе. Неплох ты, мужик, но пока у тебя не хватает оборудования. Ну что, давайте на этом закончим, а в следующей серии двинемся сюда. Это у нас... Если слышите страшные звуки на улице, это очередная пьянь, которая у нас под окном, как обычно, крутится. Сейчас время вечер, это значит, что пришло время бухать. В общем, мы направимся сюда, извините за посторонние звуки на записи. Но в такую жару я ничего не могу с собой поделать. Сесть с закрытым окном — это смерти подобно. Завтра направимся вот сюда и посмотрим, что за торговую сделку предлагает нам Рэй Сантос. Судя по всему, этому человеку доверять особо не стоит. Разберемся. Я, по крайней мере, неплохо запакуюсь, с Маркусом поеду. Так что увидимся. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.